Торжественное мероприятие прошло в музыкальном театре Краснодара. Там собрались выпускники политеха, нынешние студенты, преподаватели вуза и почетные гости. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил заслуги университета в науке и наградил его сотрудников медалями за выдающийся вклад в развитие Кубани. С Кубанского государственного технологического университета началась история высшего образования в нашем крае. И так же, как и 100 лет назад, сегодня вы задаете темп развития научной, технической мысли в нашем регионе. И очень важно отметить, что диплом, как бы он ни назывался, политеха был, есть и будет путевкой в успешную жизнь. Это ваша заслуга. Кубанский государственный технологический университет – это современный вуз. И он сегодня идет в ногу со временем. А может, где-то чуть-чуть его и опережает. В инжиниринговом центре, а я там был, вашего университета, в бизнес-инкубаторе, рождается тот самый научно-технический прогресс. Вы богаты своими студентами. Вы богаты талантливой кубанской молодежью. А самое главное, вы сегодня очень и очень востребованы. Хочу пожелать вам, чтобы самые интересные открытия и свершения у вас были еще впереди. За время своей работы Кубанский политех выпустил больше 120 тысяч специалистов и до сих пор остается одним из самых востребованных университетов на юге России.